Ну что хочу сказать. После того, как был собран, поменен, точнее, подшипник на правой передней ступице, было все это дело собрано в кучу, машина поехала. Вот. В гараже теперь она жопкой у нас, вернее, мордочкой стоит, жопкой наружу. Вот, поехала. Он прокатился на ней здесь, ну, по ряду буквально чуть-чуть. Все нормально, поехало. Мотор работает. За все остальное. Вот. Внутри я вам боюсь даже показывать. Там просто такое ощущение, что взрыв на макаронной фабрике. Там дичь просто. Вот. Сейчас лезем под автомобиль. Вот. И у нас течет глушитель. Вот подвес. С одной стороны живой. И глушитель висит, как собачье ухо. О, а вот вторая сторона. Вот хомутики. Проволочка. То есть подвес оторвался, умер давным-давно. Хозяин, вот, не заморачиваясь, такую вот вещь замострячил. Вот, сам подвес порвался. Вот. Выглядит он следующим образом. Вот такой вот он хитрый на лагуне. Ну, в принципе, цена вопроса где-то пятихатка. То есть, что бы не купить, а все это перебрать по-человечески. Вот. Нет, мы лепим колхоз. Эх, вылезал, забыл фонарик. Надо посмотреть. Где-то сечет глушитель. Сейчас будем смотреть. Такая лепнина, это, конечно, дичь просто. На нее не тянешься такую машину. Купи себе девятку. Купи, что там, приору, я не знаю, да вон гоняй. Запчасти на каждом углу продаются, ничего заказывать нигде не надо. Кстати, что хочу отметить по поводу резины. Резина, вот смотрите, французская. Резина французская. Лысьон. Знаете такую фирму? Вот. Французская резина. Лысьон. Вот человек собирается на ней ездить. Нет. Погода, дичь, дождик, но зато не так жарко. Я сейчас вам такую вещь интересную покажу. Ну, это срач в багажнике, это не то, что я хотел вам показать. Это... Вот. Открываю. А тут пчелы. Пчелы, ульи свили себе, ну не ульи, соты уже, мало того, что свили, они уже из этого домика съехать успели, не понравилось что-то им. Еще какие тут, где мыши какие живут, блин. Шум вот уже болеть начинает от всех этих чудес, которые здесь. Не, реально, не прикалываюсь, это не я повесил. Я тут открываю, только смотрю, такая хреновина. Блин.
вообще огонь. По проводке тут вообще все смешно. Даже вот аварийку включил, так чисто попробовать. Долез, пошевелил провода. Начало моргать. Одна сторона, вторая, то ли массы не хватает ей, скорее всего. Где-то что-то отвалилось. Какая-то проводка могла отгнить за 3 года стояния. Или отгнила, или что-то с ней произошло. Или просто настолько все окислилось, что габаритов пока на заднице нету. Но потихонечку оживает. В стародавние времена была передача. Очевидная и невероятная. Вот там это говорили. Такие вещи. О, сколько нам открытий чудных готовит просвещение дух. Вот. Замечательные стяжки. Ничего страшного, что трубочка вот так вот лопнула пополам. Можно же на стяжках ее вот так вот удержать. Вообще просто огонь. Вот можно бы это торсион на хомут, на пластиковый посадить. Вообще вещь. Перенимайте опыт. Это передовые технологии. Зачем в задние балки сайлентблоки? Глупости это все. Да французы просто лягушек объелись. И давай туда сайлентблоки втыкать. Нет сайлентблоков, нет проблем. Мне уже сейчас истерика будет. Все, что я вижу.